Здравствуйте, я белорусский художник Александр Черницкий, а также основатель социального проекта «Бесплатная столовая для бездомных». Рисовать я начал, наверное, с детства, лет с 12. Моя мама обнаружила, что у меня есть склонности и способности к рисунку. И она мне сказала, как напророчествовала: «Саша, ты будешь художником». Она увидела мои школьные тетрадки разрисованные, учебники разрисованные, в дневнике там я рисовал. В общем, везде на полях я где-то что-то рисовал. И она мне сказала: «Тебе надо начинать рисовать». И, наверное, мать на меня имела большое очень влияние в детстве. Я пошел искать изо-студию. Я нашел изо-студию Василия Сумарева на комбольном комбинате ДК. И, в общем-то, первая моя студия в 12 лет. Я попал туда, начал заниматься живописью, рисунком. Вот. И дальше я посещал студии Ткаченко Владимира. Вот, поступал в наш театрально-художественный институт, сегодня это академия. Вот, но тогда был сложный период, Советский Союз. Я был человеком верующим, у меня не было комсомольского билета. Я был не комсомолец, меня всегда всякий раз спрашивали: где ваш комсомольский билет? Я говорил: я не комсомолец. Не комсомолец, может, вы верующий? Я говорю: да, я христианин. И поэтому все время меня на одном предмете резали. Я не смог поступить. Вместо этого я какой-то период поехал в Академию художеств Питер, в Институт Репина. Там учились мои друзья, знакомые. И, в общем, вместе с ними, как вольный слушатель, я мог посещать занятия, когда не было преподавателей. Рисовал портреты, рисовал фигуры, изучал композицию. И, в общем-то, для себя самого я приобрел то, что мне надо было как художнику. Я любил искусство, любил живопись. И сегодня я, в общем-то, могу сказать, что я состоявшийся художник. Я делаю выставки. За рубежом много продано моих работ. В Минске, в Белоруссии выставляюсь. Вот поэтому живопись стала таким мощным моим фундаментом для моей внутренней поддержки, для моего становления, поэтому это мир, в котором я живу, в котором существую, без которого я уже не смогу. У меня были планы в 90-х годах уехать, покинуть страну. Я уехал, я жил в Америке. Вот. Моя бывшая была с Гавайских островов, я там длительное время прожил. Вот. Но все равно, в общем-то, я вернулся сюда, в Беларусь, пожив там, поняв, что все-таки не хлебом единым жив человек. Не материально делает себя счастливым, а все-таки духовные вещи, общение с людьми. Я очень много читал Достоевского, и, наверное, это тоже какой-то отпечаток наложило на меня. Я понял, что благо для человека делать добро, помогать тем, которые в беде находятся. Вот поэтому Евангелие, Библия, Достоевский, наши классики, живопись классическая, академическая, все это вместе, ну, вот, сформировало меня на сегодняшний момент таким вот, как я есть сегодня. Это были 90-е годы, вот как раз, когда я вернулся, я был немножко в депрессии, я понял, что я не останусь там, что мне надо возвращаться. Я вернулся, это 95-й год, и как раз в этот момент я нашел беспризорных детей около своего дома, они спали, ночевали на улице, я тогда их подобрал, известил органы опеки, определил их в интернат, тогда сложно было попасть куда-то. И тогда возникла идея создать бесплатную столовую для детей. Мы тогда работали очень много тоже с гуманитарной помощью. Я, наверное, 20 или
не, больше, около 30 лет я проработал со шведскими организациями благотворительными, которые это христианские евангельские организации, привозили сюда помощь. Они сказали: «Саша, почему бы тебе не сделать столовую для детей, чтобы они не крали, не нюхали клей на улицах, не спали где-то там?» И мы сделали, мы начали кормить на Петруся Бровке 8А. Это была наша первая столовая, рабочая столовая, там Кадора. И мы порядка 200 детей кормили тогда. Дети, которые вот на вокзале ночевали, нюхали клей. Было полно пустых заброшенных зданий, еще не было коммерции, так не было. Первые кооперативы начинались тогда. Вот, поэтому помещений пустых было много, они там собирались. И, в общем-то, мы кормили, одевали. И таким образом мы начали нашу столовую в 97 году с 1 декабря. 1 декабря 97 года был наш первый обед на Петруся Бровке 8А. Потом вслед за детьми мы начали кормить взрослых и начали кормить, наверное, в первую очередь их матерей, потому что дети начали приводить своих мам. Мамы, как правило, пьяные, пьяницы, это неблагополучные семьи, тяжелое время было тогда. Развалился Советский Союз, наши институты социальные многие были заброшены, разрушены. Вот. И тяжело было. И вот ребенок кушает у нас порцию еды и половинку оставляет и несет в коридор маме. Мама голодная, ждет в коридоре. Мы тогда взрослых не кормили, она ждет его, и он делится с мамой своей едой. И мы тогда решили, мы должны кормить мам тоже. Начали кормить мам, потом пришли старушки, старички, бездомные какие-то, инвалиды. И мы начали всех их кормить. Просто разделили времена еды. Детей кормили в одно время, взрослых через час. Вот, кормили чуть позже. И вот так вот наша столовая просуществовала до сегодняшнего дня. Где-то в 2010-м мы, наверное, полностью прекратили кормить детей, потому что общество наше стабилизировалось, появились программы, дома семейного типа, приемные семьи, государство забрало детей с улиц, и такой большой нужды не было. Но вот эта вот незанятая ниша, взрослые, бездомные, калеки, инвалиды, люди, которым уже совсем немножко осталось прожить, потому что, как правило, бездомные — это уже хосписники, это уже люди, которые уже в могилу смотрят. Во всяком случае, такие ко мне приходят на костылях, старые. Вот. Мы начали их всех кормить. Вот. Параллельно с этим мы читали Евангелие перед едой. Пока обеды приготовятся, у нас там задержки 15-20 минут, мы открывали Евангелие и просто читали, чтобы люди знали, что такое жизнь, что такое смерть, для чего мы живем на этой земле, куда мы движемся, что нам всем придется рано или поздно расстаться с этой землей и предстать пред Богом. Поэтому, чтобы дать какой-то духовный стержень, облегчить, может, внутренние какие-то страдания, а они уходят, когда человек понимает, что есть Бог, есть вечность, есть награда за добрые дела, есть наказание за злые, человек начинает жить немножко по-другому. Поэтому многие бездомные, у кого еще были силы, они социализировались. Кто мог работать, устраивались на работы, начинали посещать храмы. Евангелие работало в их сердце. И, а те, которые уже доживали свой век, они умирали как христиане. Потому что у нас практически каждый квартал кто-то умирает. Кто-то уходит в вечность, и не всегда старики, и молодые уходят. Поэтому мы видим немножко себя тоже как таким переходной ступенькой, коридором таким, который, может, связывает этот мир с вечностью. Поэтому мы старались людям дать знания о Боге. Я не плачу, но иногда слезы возникают, потому что хорошие чувства переполняют. Плачет же не только от горя. Плачет иногда и от хороших вещей, правда?
Наша столовая открыта для бездомных и малоимущих людей 3 дня в неделю. Это пятница в 6 часов вечера мы кормим, суббота и воскресенье в 1 час дня. Ее посещают малоимущие люди и бездомные. Мы кормим людей, одеваем под теплую одежду, покупаем медикаменты, восстанавливаем документы. Таким образом мы функционируем. Наши минчане следят за публикациями, за новостными каналами белорусскими по телевидению и приезжают. Вот сегодня нам привезли сосиски, привезли хлеб, молоко привезли. Вот Маша волонтер приготовила 2 ведра салата. Я сварил 40 литров каши, и мы заказали здесь в столовой комплексные обеды. Вот, поэтому все это в совокупности составляет на сегодня питание. То есть бездомные покушают, получат добавку, а кто еще захочет, унесет в контейнере себе на завтра, на вечер, там, кофе, другой. А кофе сегодня приготовлено, вон стоит бачок с кофе. Ярик будет нам раздавать бездомным кофе, он ответственный за кофе. Вот, так что все у нас уже отлажено, работает на протяжении 27 лет. Мы существуем, поэтому за 27 лет, поверьте, мы все проработали и все сложили. Ярик сын Маши, Маша волонтер у нас. Маша пришла к нам в марте месяце. И вот с этого времени она осталась в нашей команде и приезжает. Ярик поет песни. Бездомные сразу улыбаются, они расцветают от одного его вида. Ну, кушают салаты. Вот, и поэтому все, кто приезжает к нам, случайные люди, не случайные, которые посмотрели новости, посмотрели белорусские наши каналы, они хотят чем-то восполнить наши нужды. Кто-то привозит тушенку, кто-то крупы привозит, кто-то молоко, конфеты, печенье. Вот, у нас там стоят большие мешки с одеждой. Был конкретный человек, Андрюша Черножуков. Он отсидел в тюрьме, вышел, был бездомный. Ходил в нашу столовую, потом исчез и приехал сюда на машине Volvo. Саша, я приехал посмотреть, как у вас дела. Я не кушать приехал, смотри, я таксую. И я устроился на шарикоподшипный завод, мне там дали общежитие, и вот я на 2 работах работаю. Вот говорю, у меня все в порядке. Говорю, ну-ка, не уезжай. Я его завожу в зал и говорю, ребята, вы помните Андрюшу Черножукова? Да, помним, он был среди нас. Вот, говорю, смотрите, какая машина стоит. Он социализировался, он работает на 2 работах, у него есть комната в общежитии, и он прекрасно себя чувствует. Помогает вернуться в состояние равновесия именно моя живопись, искусство. Когда я возвращаюсь в мастерскую и рисую, я возвращаюсь в себя, потому что печальных историй очень много, и ты не можешь помочь. Когда люди остались без дома, без квартиры, по глупости своей, по доверчивости, и они в этом невиновны, и они ничего не смогли сделать, и доживают свой век на улице, ты понимаешь, что никто из нас не застрахован, чтобы тебя не постигла такая же история, незащищенность наша. Поэтому где-то на себя проектируешь и думаешь, а какой ты в старости будешь, а как с тобой поступят, а что с тобой случится. Вот, поэтому как бы библейский принцип, что посеешь, что пожнешь, что ты будешь делать, то тебе вернется, ну, заставляет нас сострадать и помогать людям, вот, делать добро, насколько это нам возможность. Накормить голодного, одеть человека раздетого, купить лекарства. К нам приходят волонтеры, люди, которые следят за публикациями, читают, приходят в столовую. У них тоже какие-то свои внутренние вопросы. Они решают свой разговор с Богом, и они присоединяются. Они приносят еду, приносят варенье, там, сало, может, одеяло, там, одежду какую-то, закрутки. Кто-то оплачивает, приносит деньги, оплачивает наши обеды. И получается, что вот люди вовлечены в эту благотворительность, в эту столовую. Конечно, без минчан наших мы мало бы что смогли сделать. Вот. А время такое, время страдания сейчас, время страдания такая, идет волна на мир такого какого-то духовного террора. И я, например, лично ощущаю это.
внутренняя. Не знаю, в чем это проявится, но это существует. И люди очень страдают сейчас. Они разобщенные, одинокие. И, наверное, помощь ближнему им помогает выживать. Вот, если тебе плохо, иди и помоги кому хуже, чем тебе, да? И вот через это происходит тоже исцеление души человеческой. Было такое чувство брезгливости, и тоже я, будучи молодым, не понимал, и всегда нам говорили, человек сам виноват в том, что с ним произошло, не стоит ему помогать, пока вот не начинаешь взрослеть и начинаешь понимать, что не все, оказывается, от тебя зависит. А мы с вами сильные, я много раз говорил, что мы выжили в этом мире, у нас внутренний стержень какой-то, мы держимся на плаву, а есть люди слабые, есть люди больные. Есть люди, которые стали калеками, инвалидами. Вот не гарантия, что мы завтра в неправильном месте перейдем дорогу, и вдруг нас не собьет машина, и мы не станем калеками в инвалидной коляске. Потеряем работы свои, потеряем хорошие заработки, потеряем друзей, которые были близки с нами, потому что у нас было какое-то благополучие. Останемся одни. Вот. И вряд ли кто-то к нам придет, кроме очень-очень близких людей. И такая судьба постигла многих бездомных. Вот, поэтому начинаешь понимать, что не во всем они виноваты. И если мы общество цивилизованных людей, уважающих себя, любящих других людей, христианское общество, если мы себя так провозглашаем, а последнее время я к радости своей очень часто слышу христианские принципы, вот многие политологи наши белорусские, говоря о политических моментах, понимают, что насколько это связано все с духовностью и с божественным проявлением на этой земле, вот, то мы должны понимать, что и наша жизнь, и наше благополучие, и наше душевное и духовное здоровье зависит от того, насколько мы внимательны к страждущим в этом мире, насколько мы им помогаем. Вот, что человек сеет, то он пожинает. Вот поэтому все, что мы делаем, оно вернется бумерангом рано или поздно к нам. Посеяли презрение, ненависть, оно придет, вернется к нам. Посеяли любовь, снисхождение, милосердие, и к нам проявят милосердие, и к нам это все вернется. Сферы ты не можешь, а люди считают, а раз ты можешь накормить, раз ты можешь одеть, может, ты еще юридические какие-то вопросы поможешь. Может, ты поможешь вернуть квартиру или еще что-то, или пережить зиму где-то бездомному человеку. Вот, жилья нету. И вот когда мы сталкиваемся с жильем, то здесь мы ничего не можем сделать. Вот, и поэтому иногда и отчаяние охватывает, иногда и такая боль бывает. Ну, преодолеваешь это, приходишь, садишься за холст, начинаешь рисовать, начинаешь погружаться в другой мир, в другую реальность, потому что искусство, живопись — это другой мир, и человек иногда убегает туда и, может, и выживает.